В Щелковском районе продолжается заседание так называемых инвест-часов. Сегодня был рассмотрен очередной проект по строительству завода по металлопереработке. Он предусматривает инвестиции порядка 700 миллионов рублей и создание около 340 рабочих мест. Компания «Custom Cut» – отец и сын из соседнего Фрязино накопила достаточный потенциал, чтобы начать выпуск корпусных деталей и комплектующих для судов и космических аппаратов. На заседании Совета по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности в Щелкове рассмотрели проект по строительству завода по механической обработке металла. В заседании участвовали экономисты, экологи, землеустроители, топ-менеджеры кредитных организаций. Мы находимся на том пике, когда нам нужно развиваться, и развиваться непосредственно уже в более больших масштабах, нежели мы движемся сейчас. Мы реально оцениваем свои возможности и, так сказать, сроки, да, выполнения всех своих обязательств. То есть на первом этапе это возведение двух корпусов, это мы используем собственные средства. Инвестор планирует построить 5 производственных корпусов, оснащенных высокотехнологичным обрабатывающим оборудованием и станками с числовым программным управлением, общая стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Вложение инвестиций принесет городскому округу около 300 рабочих мест, преимущественно для специалистов по металлообработке. Компания сотрудничает с Щелковским колледжем, который поможет подготовить токарей и фрезеровщиков. 2 недели ребята будут учиться непосредственно в колледже, 1 неделю будут непосредственно проводить на будущих своих рабочих местах, и вот в таком цикле, соответственно, под него непосредственно будет разработана учебная программа. В апреле месяце мы планируем серию круглых столов, на которых будет выработано единое видение, и совместно с Минобразованием будут решены вопросы подготовки дополнительных групп для нужд наших предприятий. Под развитие производства инвестор запросил площадку в районе улицы Заречной площадью 0,5 гектара. Именно этот вариант администрация взяла на проработку. Мы с своей стороны, вы слышали, что проработаем, а вы услышали с нашей стороны, да, что вам необходимо поработать, это по мощностям. Совет у нас по созданию благоприятного инвест-климата. А с другой стороны, ведь мы большую задачу, в принципе, рассматриваем по воспитанию подрастающего поколения, по передаче им профессиональных навыков и по тому, о чем вы в самом начале сказали, что рабочая профессия должна быть в почете. Компания «Custom Cut» – отец и сын, основана в 2017 году. Ее партнеры – крупные российские предприятия НПО имени Лавочкина, РЖД, НПП «Пульсар» и «Уралвагонзавод». Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».